Всем большой привет! Добро пожаловать на наш канал «Просто рецепт». Сегодня готовлю самое лучшее тесто для чебуреков. Оставайтесь со мной, будем готовить вместе. Вот такие продукты мне понадобятся. Это 3 четверти стакана воды комнатной температуры, 1 треть стакана растительного масла без запаха, 1 желток, 1 треть чайной ложки соли и 3 стакана муки. У меня здесь мука первого сорта. В чашу, где буду замешивать тесто, высыпаю муку. Сделаю углубление. К воде добавлю желток и соль. Все взболтаю вилкой. Добавлю к муке. И начну замешивать тесто. И когда образуется вот такая вот мучная крошка, я вливаю растительное масло. И уже руками вымешиваю окончательно тесто. Тесто не требует долгого вымешивания, оно очень легко и просто собирается, очень приятное, не липкое. Убираю его в пакет и оставляю на столе на 30 минут. Вот такое замечательное тесто получается по этому рецепту. Оно восхитительное и бесподобное. С ним удобно работать, оно не липнет, очень комфортное. На готовых чебуреках получается огромное количество пузырьков. Оно тонкое, хрустящее и очень-очень вкусное. Обязательно приготовьте, порадуйте себя и близких вкусными домашними чебуреками. Готовьте с нами, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Текстовый формат рецептов вы найдете на Яндекс.Дзен, ссылочку я оставлю под этим видео. Я всех благодарю за просмотр, желаю вам прекрасного настроения, до скорых встреч и пока-пока!